Продолжается чемпионат высшей лиги по баскетболу среди мужских команд. В среду на своем паркете «Динамо Политех» принимал воронежский клуб «Согдиана Скиф». Противостояние географических соседей и вместе с тем принципиальных соперников держало в напряжении болельщиков буквально до финальной сирены. Подробности у Натальи Рязанцевой. Предугадать исход встречи курского клуба «Динамо Политех» с воронежским «Согдиана Скиф» было сложно. Борьба шла за каждое очко, и каждая результативная атака гостей завершалась через полминуты достойным ответом хозяев. Куряне, кстати, играли ослабленным составом. Андрей Лебедев и Илья Чернов, получившие травму в предыдущем туре, вышли на площадку, но сыграть в полную силу не могли. Нагрузка легла на плечи товарищей по команде. Старался Пьехов и Шилин, которые взрывали зал аплодисментами после слэм-данков и блокшотов. Отрабатывал в центре Алексей Дударян. В первом матче победа осталась за гостями. Точность где-то пропала, именно вот попадание из-под кольца. Очень много атаковали, не могли забить. Мяч катается по дужке, а туда не летит. Во второй игре до победы курянам не хватило одного точного штрафного. Уступая в финальном отрезке 8 очков, хозяева сократили отставание до минимума. Но Шилин пробил мимо. А потом дважды свалил Пьехов. В итоге Согдиана Скиф одержала победу со счетом 76-73. Это обидно не то, что сколько проигрыш, обидно как проигрыш, это раз. А во-вторых, просто я знаю, что мы сильнее. Просто травма двух основных игроков не дала нам выступить в полном объеме. Два следующих матча куряне также проведут дома 26-27 октября против Брянской Десны. Наталья Рязанцева, Владимир Придворов, телеканал 7.